исследований и поддержки в сфере культуры и искусства, заслуженный художник Российской Федерации Петр Тимофеевич Стронский. Дорогие друзья, мне выпала очень высокая честь по решению Президиума Международной Академии Культуры и Искусства и Президиума и Попечительского Совета Фонда Исследований в области искусства за гражданскую лирику, за сборники стихов вручить Владимиру Ивановичу Масолову диплом «Национальное достояние». Пожелать ему здоровья, счастья и творческих успехов на благо России. Мы очень ждем ваших новых книг.